Только что в Риге, Латвия, состоялось взвешивание хедлайнеров всего боксерского уикенда. Оба боксера вложились в установленный лимит тяжелой весовой категории. Правда, чемпион мира по версии WBO Александр Усик оказался на 100 грамм тяжелее обладателя титула WBC Майриса Бридиса. Также Александр Усик обратился к своим болельщикам. Дорогие друзья, Львов, Киев, Донецк, Симферополь, Черкасы, Чернигов, Ужгород, Черновцы. Я знаю, что вы смотрите мои поединки и поддерживаете меня. Мне ваша поддержка очень нужна. И все, что я делаю, мы делаем это все вместе. Мира, добра, любви. Мир любит сильных. Напоминаю, что поединок Усик и Брейди состоится 27 января в 23:30 по московскому времени. Не пропустите. Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии IBF Мурат Гасиев прокомментировал предстоящий 3 февраля в Сочи полуфинальный бой всемирной боксерской суперсерии с чемпионом WBA Юниором Дортикасом. «Я совершенно не считаю, что являюсь фаворитом в бою с Дортикасом. Думаю, что наши шансы на победу примерно равны. Если брать во внимание расклады букмекеров, то они часто ошибаются. Так что предварительный расклад меня особо не интересует. И я всегда уверен, что только ринг расставит по местам победителя и проигравшего. Он не имеющий поражения чемпион мира, и этим все сказано. У него тяжелый удар, длинные руки и большой опыт». А вот кто на самом деле, безбашенный или осторожный, я вам расскажу после боя, как и про силы его удара. Мои болельщики давно ждут от меня только побед, поэтому дополнительного давления я не ощущаю. Буду стараться оправдать их ожидания. Болельщики ждут, а я стараюсь и надеюсь, что все будет хорошо. Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Бату Джек поделился ожиданиями от поединка с чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе Адонисом Стивенсоном. Предполагается, что их встреча пройдет 19 мая 2018 года в Монреале. Пока команда Стивенсона не подтвердила наш бой, у меня не было никакой уверенности в этой сделке. С Адонисом трудно что-либо предсказать. Я не говорю, что он боится меня или что-то вроде того. Просто это никогда нельзя знать наверняка. Что касается проведения боя на его территории, то у меня в Канаде также есть много фанатов. Люди устали от него и хотят, чтобы я забрал у него пояс, потому что он не дерется с лучшими, а я его противоположность, я выбираю лучших. Я ожидаю встречи с лучшей версией Стивенсона. Постарел ли он? Мы узнаем это в ночь боя. Как бы то ни было, я жду тяжелого боя, и я взволнован. Я выиграю этот бой, несмотря ни на что. Я верю, что я лучше, чем он.